Всем привет! В этом видео вы узнаете об официальном заявлении о новой системе молитв. Ну и подписывайтесь на наш телеграм, ссылочка в описании. Всем приятного просмотра! Итак, вчера на стриме разработчиков проскользнула одна очень важная деталь. Система молитв изменится. Во-первых, уже начиная с обновления 3.0 возвращаются в силу четверные ивент-баннеры, поскольку персонажей становится все больше и больше, а реранить их сложнее. А во-вторых, после версии 3.0 стандартный баннер наконец будет изменен. Туда поместят ивентового персонажа Тигнари. Сливы об этом просочились уже достаточно давно, но практически никто в них не поверил. Якобы такого не может быть, и стандартный баннер никто и ни за что менять не будет. А теперь это все подтвердилось официально, и игроки, наверное, немножечко в шоке. И кстати, если хотите узнавать подобные новости в первую очередь, рекомендую подписаться на наш телеграм. Но разработчики специально предупредили нас об этом заранее, чтобы игроки, которые собираются крутить ивентовый баннер Тигнари, заранее имели в виду то, что в версии 3.1 его поместят в стандарт, и он больше не будет эксклюзивным героем. И, конечно, часть игроков все равно останется недовольна таким поступком разработчиков, но стандартный баннер тоже не обновлялся уже слишком давно, поэтому такие изменения в некоторой степени были нужны. Напишите в комментариях, что думаете об изменении стандартного баннера и о четверных баннерах. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока!